Открыта вакансия в Нидерландах на сборе огурцов в теплицах. В обязанности входит подвязывание растений, уход за ними и очистка от листьев, сбор огурцов нужного размера и веса, поддержание чистоты и порядка. Работа в одну смену с понедельника по пятницу, возможны выходы в субботу. Смена начинается в 6-7 утра и заканчивается в 5-7 часов вечера. Почасовая ставка 15,82 евро брутто. Оплата сверхурочных плюс 135%. В месяц можно заработать от 2,5 до 3100 евро брутто. Проживание в хороших условиях. Жилье имеет сертификат СНФ. Стоимость проживания 450 евро в месяц. Командировка оформляется из Польши на 3 месяца. Для официального оформления от кандидата потребуется один из документов. Рабочая виза в Польшу, карта побыта или статус УКР с приложением DEPL. Заинтересованы? Звоните по номеру в описании и оставляйте заявки уже сегодня.